Добрий вечір, в ефірі 35-го телевізійного каналу. Як завжди у цей час, програма «Добрий вечір». У нас традиційно цікавий та поінформований співрозмовник. Сьогодні це Артур Вікторович Войтенко, заступник начальника управління внутрішніх справ в Миколаївській області. Добрий вечір. Добрий вечір. Итак, Артур Викторович, ну, собственно, какая ситуация в стране, всем известно, острая такая достаточно, собственно, политический достаточно острый кризис, военные действия на востоке страны, экономические проблемы, понятные, существуют. Как все это влияет, влияет ли все это на криминогенную ситуацию? Ну, поскольку мы находимся в Николаеве, Николаевской области, вот здесь непосредственно у нас. Виталий, ну, однозначно влияет, хотя иногда слышишь там в общении с людьми такие панические какие-то слухи. На самом деле, хочу успокоить граждан города, области, что нет ничего катастрофического. В целом ситуация у нас управляемая, контролируемая. Мало того, могу сказать, что мы больше раскрываем, больше выявляем преступления там, в сфере наркотиков. Есть всплеск определенный по разбойным нападениям. Однако это компенсируется, допустим, снижением количества грабежей. То есть, в общем-то, эти цифры нельзя связывать, именно вот этих два показателя, этих два вида преступлений, с конкретными событиями в стране, потому что мы анализировали когда-то за 5 лет, брали за 10 лет. На самом деле движения одни каждый год. Если растут грабежи, меньше разбоев. Растут разбои, меньше грабежей. Не буду в научные там углубляться вопросы, насколько это взаимосвязано. Ну, понимаем разницу, да, то есть разбой тот же грабеж, просто более квалифицированный. Это с применением какого-то насилия, с применением какого-то оружия, там, холодного, огнестрельного. То, что касается оружия, тоже очень сегодня много вопросов. Мы знаем, что огромное количество выплеснулось оружия в свободный оборот, скажем так. В свободный оборот, да. Или не, мы хотим, чтобы не очень свободные, но действительно, вы знаете события зимние на Западной Украине, когда были захвачены, разоружены ряд подразделений органов внутренних дел. Это оружие все еще не возвращено, хотя коллеги наши там с этим вопросом работают. И каждую неделю МВД, когда проводит совещание селекторное, мы слышим цифры, сколько единиц удалось вернуть различными способами, и добровольная сдача, и обнаруженные просто вроде как случайно где-то оставляют люди, понимаем, как это происходит. И изымается силовыми методами, по-разному изымается. Слава Богу, в нашем регионе ни зимой, ни весной таких событий не было. То есть не было захватов оружия, не было утрат каких-то серьезных оружия. Поэтому у нас не стоит задача сегодня искать свое оружие. Ну, личный состав ориентирован. Постоянно проводится работа и оперативная, и работа наружных служб, направлена на изъятие из оборота максимального количества оружия. И мы имеем серьезный рост по этому показателю. Это более чем в два раза в этом году больше изъято из оборота оружия, но снова-таки возвращаясь к тому, что это неквалифицированное оружие. То есть нет автоматов, нет пулеметов, слава богу. Это как бы обычно самодельное, переделанное из резинострелов, из газового оружия, адаптированное для стрельбы под огнестрельное оружие. Хотим надеяться, что благодаря этой работе не допустим какого-то всплеска с применением огнестрельного оружия. Николаевцы, непосредственно николаевские милиционеры принимают какое-то участие сейчас в событиях на Востоке? Работали в Луганской области несколько наших экипажей ГАИ, были направлены туда. Насколько я знаю, в ближайшее время должны они быть, должна же пройти ротация, должны они вернуться. Работают наши ребята в этом регионе. Но это не массово, из того, что вы говорите? Нет, это не массово, да. И я, насколько знаю, несколько бойцов, там, несколько экипажей работают с Нацгвардией, хотя они как бы напрямую нам не подчиняются, но мы взаимодействуем с командирами и общаемся.
Ну, вызвано это прежде всего тем, что наш регион сам по себе относится к тем, о которых все время стороны или сторона, представляющая сепаратистов, этих людей, желающих раскачать ситуацию, наш регион называют в ряду тех, которые они считают, что должны, не должны входить в состав Украины единой. В ряду с Харьковом, в ряду с Одессой, с Херсоном, с Донецком, Луганском. Кому-то хочется, чтобы это было так. Поэтому мы серьезное внимание уделяем работе в этом направлении. Мониторится информация, которая к нам поступает. Все, что в наших силах и доступны нам законными методами, меры предпринимаются. Хотя, к сожалению, в обществе мы знаем, что в Николаеве присутствует целая группа людей, которые видят по-другому нашу страну. Ну, у нас страна свободная, каждый имеет право на свое мнение. Главное, чтобы это мнение не носило характер террористической угрозы. Ну вот, например, на прошлых, собственно, в воскресенье, в День защиты детей, активисты пророссийские пикетировали одну из войсковых частей города Николаева. Как это сочетается с действующим законодательством, с вашей точки зрения? Все эти акции, которые проводятся, это, ну, в общем-то, это практически все время одна и та же группа, одни и те же инициаторы, известны нам. Мы с ними в известной степени контактируем, объясняя систематически недопустимость противоправных действий, в том числе и даже на уровне призывов. Не всегда они, к сожалению, прислушиваются к нам. Хотя, вот если вы внимательно следите, то радикальных призывов у них стало меньше. Вот. Ну, возможно, проводимая работа дает какой-то эффект? Ну, мы надеемся на это, да. Правовая оценка в каждый раз, когда, если есть нашими сотрудниками, которые сопровождают эти мероприятия, устанавливаются факты призывов, каких-то действий, на наш взгляд, противоречащих законодательству, этому дается правовая оценка совместно с прокуратурой, службой безопасности Украины, принимается соответствующее решение. Но там, вот на самом деле, из того даже видео, которое есть в интернете по поводу вчерашнего пикетирования, там, ну, возможно, речь идет больше, могла бы идти речь о охране общественного порядка. Потому что люди, казалось, не совсем адекватны, там, не совсем адекватно себя вели по отношению и к жителям близлежащих домов, да и, собственно, и к семьям военных. Ну, то есть, поэтому речь там больше идет, наверное, все-таки об охране общественного порядка. В данной конкретной ситуации, как правило, действительно, здесь больше идет речь к охране общественного порядка, потому что эти люди очень болезненно воспринимают мнение, которое не совпадает с их мнением. То есть они абсолютно не могут вести нормальную риторику, или полемику, вернее, с оппонентами. Если кто-то пытается к ним вступать в какое-то противоречие, ведут себя агрессивно, и нам надо действительно приходится защищать. В том числе и ваших коллег-журналистов, вы знаете, были неоднократно эти случаи. И граждан, которые, имея другую позицию, пытаются ее высказать. Одна из реалий, к сожалению, нынешнего времени – это блокпосты на въездах в Николаев. Появились они там в какой-то момент, появились как небольшие такие, малые архитектурные формы. Сегодня с каждым днем это приобретает уже более серьезные, такие фортификационные, с привлечением тяжелой техники, с привлечением военных. Мы сегодня слышим, что блокпосты подчинены Министерству обороны. В то же время милиционеры там несут службу. Да. Как это сочетается? Ну, вы правильно говорите, что начиналось это все, вы помните, с каких-то там мешков с песком, с небольших групп активно настроенных граждан, представляющих различные сегодня самоорганизованные формы активистов, которые представляют самые разные течения. Я не хочу их называть, вы знаете, сегодня они приходят в эту студию, мы их видим, мы с ними общаемся. Да, эти люди, мы их понимаем. Мы понимаем, что эти люди переживают за страну. Они были инициаторами создания этих блокпостов. Это совпало с событиями, вернее, это стало следствием тех событий, которые начали происходить на Востоке. Было принято решение на уровне областной администрации поддержать
появились предприниматели, представители крупного бизнеса, которые поддержали финансово, материальное начинание. И постепенно эти блокпосты стали приобретать форму действительно каких-то укреплений. На первом этапе это было под нашей, ну, как бы организация работы на этих блокпостах была под нашей эгидой, под эгидой милиции. Ну, постепенно ситуация на Востоке показала, что надо смещаться, отдавать больше армии, потому что, если, не дай бог, придется, ну, какое-то противостояние, то, ну, милиция, вы сами говорите, занимается охраной общественного порядка, воевать должна армия. Поэтому инициативу дали армии, они укрепили уже под тем требованиям, которые соответствуют требованиям обороны, поставили технику там различную, в том числе тяжелую, на этих блокпостах. И, в общем-то, сегодня общую организацию осуществляет армия. Сотрудники милиции несут на этих, ну, это прежде всего сотрудники ГАИ, потому что по закону им дано право останавливать транспортные средства. В принципе, транспортное средство любой милиционер имеет право останавливать, согласно закону Украины и милиции. Ну, работник ГАИ более подготовленный, знает, что спросить и как представиться водителю. С учетом того, что у нас начинается курортный сезон, нагрузка на ГАИ возрастает. Сейчас мы эти, значит, сотрудников ГАИ количество снизили. Заступает один работник ГАИ и один работник из райотдела на территории, которой находится блокпост. То есть в дежурном режиме они несут службу вдвоем. И в их функции входит остановка транспортных средств, которым возникли вопросы либо в качестве профилактического, выборочно, любой проходящий транспорт. Там уже дальше совместными усилиями, в том числе с участием активистов, при необходимости этот транспорт по согласию водителя осматривается, проверяются документы. На прошлой неделе здесь в студии был один из лидеров Николаевского народного ополчения, Александр Янцев. Он высказал такую точку зрения, что вот сегодня, ну, скажем так, гражданские лица там уже не нужны. И вот он, как представитель ополчения, высказывается в том смысле, что, ну, смотрите, там есть военные, там есть милиция, они вооружены, сегодня уже достаточно серьезно. Ну, гражданский человек, может быть, даже не готов там как-то действовать адекватно вот в этой ситуации, что даже в той ситуации, которая там может возникать. Вот. Предлагается народное ополчение, не знаю, сделают ли они это, но, наверное, это должно обсуждаться и с вами в том числе, забрать с блокпостов и, наоборот, привлечь к охране общественного порядка на улицах города, уже непосредственно совместно с сотрудниками милиции. Обсуждается ли это? Если да, то вот как вы, собственно, такую перспективу рассматриваете? Насколько я знаю, такой инициативы в наш адрес еще не поступало в каком-то таком официальном виде. Возможно, где-то на уровне разговоров с моими коллегами, но я об этом не слышал. Ну, хотя я думаю, что мысль очень разумная, и, в общем-то, надо понимать и людей, которых проверяют. Люди с готовностью, в общем-то, с пониманием относятся, когда работают милиция, военные. А, к сожалению, некоторые болезненно воспринимают, когда в этом участвуют представители каких-то общественных формирований гражданских. Поэтому мы должны толерантно относиться к мнению всех граждан. И, в общем-то, меня радует, что представители самообороны это понимают и поддерживают. Есть люди, которые профессионально подготовлены, должны нести эту службу. А вот участие действительно в охране общественного порядка представителей самообороны, других общественных организаций, которые сегодня, я уже говорил об этом, активно хотят участвовать в защите прав и свобод наших граждан, мы будем это приветствовать. И приветствовали всегда. Сегодня будем. А сейчас делается что-то? Там же был какой-то момент зимой, там вот такое было обострение. И тогда говорилось о том, что вот есть некие самоорганизованные активисты, которые заступили там, в наряды вместе с милицией. Ну, я так понимаю, что эта инициатива сошла на нет или нет? Ну, понимаете, вот сказать, что это систематически происходит, я сейчас не скажу. То есть появляется инициатива, приходят, несут, заступают с нами на службу. Систематически этого не происходит. Хотя я думаю, что мы сейчас будем в этом направлении двигаться. Во-первых, у нас очень серьезная кадровая ситуация, потому что начинается курортный сезон. Нам надо отправлять людей на охрану общественного порядка в наше побережье, Березанский, Очаковский район.
это усилит и без того существующую нагрузку на подразделения патрульной службы, спецроты, бывший «Беркут», как говорят, которые обеспечивают основными нашими силами, являются по охране общественного порядка в городе. Поэтому мы будем приветствовать. Я думаю, что мы в этом направлении начнем действовать в ближайшие дни. Привлечение общественных активистов и общественных разных формирований к несению, к охране общественного порядка на улице. Вы упомянули «Беркут». Ну, собственно, достаточно много там было сказано и хорошего, и плохого в адрес этих людей. Что сегодня? Вот сегодня буквально с утра в 8:30 проводил очередную встречу с сотрудниками. Ну, связано, во-первых, со сменой командира подразделения, потому что из-за того, что коллеги, ряд коллег наших перевелись или вернулись для прохождения службы в Донецкий регион, поэтому произошли определенные ротации. Сотрудник Трещук Анатолий Валерьевич, который в последнее время исполнял, был командиром спецроты, сейчас приступил к обязанностям со вчерашнего дня, с позавчерашнего, начальника управления громадской безопасности. Будет отвечать за этот вопрос в целом по области. То у нас сегодня стал вопрос по новому командиру спецроты. Пока здесь исполняет заместитель, мы сейчас занимаемся подбором командира. Вот сегодня общался с бойцами. Мы с ними в последние несколько месяцев после возвращения их из после участия в киевских событиях достаточно часто общаемся и на уровне руководителей, и на уровне наших психологов, на уровне сотрудников кадрового аппарата, которые пытаемся помочь бойцам. Произошли определенные у нас там кадровые изменения. Много ушло беркутовцев? 15 человек ушло у нас из «Беркута» сразу же практически после возвращения из столицы, в том числе командир подразделения. Ну, это был выбор этих ребят, мы никого не осуждаем. Мы знаем, что наши сотрудники не участвовали в преступлениях, в тех событиях, которые они несли службу, выполняли присягу, выполняли приказ. Время и общество даст оценку этим событиям. Я бы не хотел сейчас здесь о чем-то говорить на эту тему, потому что мы уверены, что те люди, которые сегодня в строю остались в сроке, преступлений не совершали. Были проведены целый ряд проверок, расследуется уголовное криминальное провадження, вы знаете, в столице. Поэтому... Я даже не об этом спрашиваю. Ну, то, о чем вы говорите, это как бы само собой разумеется. Я о том, что ну, вот люди, которые, они же выполняли приказ, да. Готовы ли они сегодня, в том числе с оружием в руках, выполнять приказ? Ведь мы понимаем, что ситуация поменялась. Ситуация такая, в общем-то, непростая. Мы уверены в том, что готовы. Я же почему начал говорить о том, что мы много с ними встречаемся. Мы тоже, понимая, что какая есть в обществе, ситуация. Полярность мнений. Полярность мнений, да. Они же такие же люди. Они живут в семьях, они общаются с семьями. Мало того, они общаются с теми коллегами, которые ушли, уехали даже в другие регионы и даже страны. Мы много на эту тему говорили. И говорили о том, что мы никого не держим. То есть каждый человек имеет право на свое мнение. Но тот, кто остается с нами в строю, мы должны в этом в каждом быть уверены, чтобы в трудную минуту рядом с тобой не оказалось пустого места, потому что кто-то развернется и уйдет. Мы, думаю, я имею в виду, что руководство управления и весь остальной состав, что спецрота на сегодняшний день готова к выполнению всех поставленных задач. Много средств массовой информации городские уделяли, во всяком случае, в момент формирования внимание новому подразделению, которое называется батальон Николаев. Ну, собственно, сколько уже, с месяц или, может быть, немножко меньше, но они существуют. Ну, уже даже, да. Как оцениваете, это формирование, какие у него перспективы? Вы знаете, как милиционер... Я говорю, кадровый, да, я
С огромным жизненным опытом. Да, служу с 18 лет, никогда не был гражданским человеком. Я всегда очень настороженно отношусь к различным инициативам, которые выпадают за рамки нашей обычной милицейской деятельности. Но события в стране заставляют поступать нестандартно и расширять наши инструкции, стараясь не выпадать за рамки закона. Поэтому я выступал, когда мы только начинали его формировать, и говорил, что мы будем, и подбирая, и комплектуя это подразделение, объясняли и людям, которые туда шли, и те, которые хотели дать этому оценку, что это подразделение будет, это подразделение милицейское. И сегодня мы каждому приходящему к нам говорим, вы становитесь милиционерами. И ответственность за вас несет начальник УВД, министр, коллегия УВД и все ваши товарищи, которые сегодня, наш многотысячный коллектив милицейский. Постепенно, если на первом этапе у нас возникли серьезные проблемы с комплектованием, потому что ринулись разные самые люди туда, в основном это те, кто реально хотел участвовать в защите страны, региона нашего. Сказать, что мы много отсеяли, не скажу, да, но отошли по здоровью, вот есть определенный процент. По самым разным категориям, я не буду останавливаться на тех функциях здоровья, которые мы отсеяли. Ну, разные были вопросы. Ряд людей, окунувшись и коснувшись функционера самого подразделения, пообщавшись с командиром, сами сделали выбор, поняв, что это не так, как они себе представляли. Потому что это не игра, это не кино, это... Это ежедневная рутина. Да, это ежедневная рутинная служба, это подъемы по тревоге, это подготовка, это тренировки, это занятия на жаре, начиная от стрельбы и заканчивая физической подготовкой. Поэтому... Название этого подразделения есть слово «специальный», да? То есть это одна из разновидностей спецназа, они хотят, ну, по крайней мере, бойцы себя этим видят. Но спецназ – это не только название. Спецназ – это соответствующая подготовка, это уровень знаний и целый комплекс, возможность выполнять целый комплекс задач. Поэтому сегодня… Это уже не то, что было месяц назад. Сегодня подразделение укомплектовано уже порядка 70 сотрудниками, бойцами. Они несут службу? Да, ну я думаю, что вы видели, снимали коллеги ваши, наш создавал, и участвовали они в проверках там, паспортный режим по гостиницам, участвовали в качестве резерва, охраняли областную администрацию во время проведения 9 мая. Праздника. Тогда еще совсем небольшим коллективом, но уже заступали. Сейчас мы проводим мероприятия по проверке паспортного режима на автовокзале, на железнодорожном вокзале, тоже привлекаем их. Ну, это пока есть только часть, потому что часть только укомплектована, не тренируются, некоторые даже еще не приняли присягу, не сдали нормативы, касающиеся допуска к оружию. Поэтому подразделение уже живет своей жизнью, обрастает вот этой бюрократией, потому что сегодня уже там и штаб небольшой у них, есть сотрудник, который за... Ну, по-другому не может быть. Когда коллектив растет, появляются функции управления, их надо обеспечивать, их надо перемещать, передвигать, одевать, организовывать выдвижение на объекты. То есть целая масса вопросов возникает. Поэтому подразделение постепенно становится таким полноценным подразделением. Но у вас же выше прозвучало, что, у вас так не было такой мысли, что проблемы с комплектованием личным составом. Но курортный сезон, нагрузка растет, да, людей нужно больше. А что, кстати, с комплектованием личным составом? Что касается комплектования, как раз бы хотел на этом остановиться и обратиться к людям. Мы готовы и зовем людей. Приходите. Приходите. Идите в это подразделение, потому что на первом этапе еще скажу, что
некоторых испугало там, да, то, что вы сами говорите, что ежедневная служба, рутинная работа. Ну, кто-то сегодня должен это делать. И сегодня есть действительно нагрузка. Сегодня не исключается возможность формирования сводного отряда или направления каких-то подразделений в зону проведения антитеррористической операции. Хотя с нашего региона я уже сказал, что людей практически туда не направляют, но исключать этого никто не должен. И это подразделение может быть стать одной из первых, которое может поехать. Мы об этом говорили людям. Людей это не испугало, наоборот, бойцы еще больше занимаются, тренируются. Предпринимателями города, администрации совместно с нами проводятся мероприятия по оснащению бойцов, начиная от формы и заканчивая средствами защиты. Это сегодня основные вопросы, потому что проведение, ну вы слышите от своих коллег, что одно из главнейших проблем там, в зоне проведения антитеррористической операции это как раз оснащенность средствами защиты. И пуленепробиваемые каски, бронежилеты. Мы, к сожалению, в милицейское наше обмундирование не было готово к войне. То есть у нас достаточно бронежилетов, у нас достаточно противоударных шлемов. Но это для того, чтобы бороться с преступниками, а не с воинским формированием. Поэтому бронежилеты там 2-3 класса, которые не готовы держать пулю 7,62 АКМ или снайперской винтовки. У нас мало касок пуленепробиваемых. Ну, благодаря неравнодушным жителям, гражданам города, нашим бизнесменам, постепенно эта проблема решается. Хотя еще очень много проблем. И основные из них это средства защиты. Мы постоянно слышим о том, что ну, армия, как правило, там просит, и граждане откликаются. Я, во всяком случае, может, я ошибаюсь, но я не слышал, что вот милиция таким же образом говорила бы о том, что если есть небезразличные, то, пожалуйста, милиция тоже готова принять пуленепробиваемые бронежилеты, пуленепробиваемые каски и так дальше. Ну, средства связи, возможно. Да, в том числе средства связи. Ну, одна из моих целей сегодняшней вашей встречи с вами, в том числе сказать и об этом. Действительно, потому что граждане... Вы знаете, проводилась акция по Украине, собрана там серьезнейшая сумма для поддержки армии. Мы сами, как милиционеры, участвовали в этом, и руководители все свою однодневную зарплату перечислили. Мы вручали нашим десантникам те же самые бронежилеты, которые нам самим не хватает. Ну, понимая, что армия будет держать удар серьезнее, чем мы. Ну, так складывается, что милиция сегодня наравне с армией вынуждена держать удар. И вы видите в репортажах с мест событий наших восточных регионов, что наравне с армией несет службу. К сожалению, наравне с армией гибнут и получают ранения. Поэтому еще повторюсь, ну, у нас есть проблема с оснащенностью средствами защиты. Прежде всего бронежилетами и касками. Если на форму мы еще сейчас средства изыскиваем, то здесь, конечно, проблема присутствует. Ну, тем не менее, если вопрос станет защищать и стоять в строю, то будем защищать и стоять. Ну и подводя итог разговору, прошли выпускные. Как прошли? Без серьезных ЧП? Мы так, собственно, ну и благодаря интернету в том числе видим, что выпускники в фонтанах покупались. Что дальше было? Да. Ну, слава богу, да, традиции не изменяли, покупались, пиво попили. Слава богу, это ни к чему серьезному не привело. Там, мелкие случаи хулиганства, недостойны даже того, чтобы мы об этом говорили. Ничего такого, чтобы привлекло какие-то тяжелые, серьезные последствия, не произошло. Артур Вікторович Войтенко, заступник начальника ОМВС України в Миколаївській області, був з нашим гостем та відповідав наші питання. Дякую, все найкраще, успіхів. Дякую, спасибо. До побачення.